Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав. По листику, по корешку, по цветочку, кукушкины слезки, валерьянка, Петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба. Со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес, голодно, а возьму, забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидела у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела. И съела весь мой черный хлеб дочисто. Так и пошло у нас. Зиночка, капуля такая, часто и белый-то хлеб не берет. А как я из леса лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит. Лисичкин хлеб куда лучше нашего. Я выбрала произведение Михаила Михайловича Пришвина, потому что он в своих рассказах отображал природу. Рассказ «Лисичкин хлеб» отображает то, что идет в творчестве Михаила Михайловича Пришвина. Это человек и окружающий его мир. Я бы хотела рекомендовать родителям произведение Михаила Михайловича Пришвина, потому что вот в одной такой фразе его содержится глубокий смысл всех его произведений, что мы хозяева природы, и она для нас кладовая солнца. А рыбе нужна вода, птице – воздух, звери – лес, степь и горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу – значит охранять Родину.